едем мы на Клязьму. Говорят, там пошел лед. Куда-то не пойдем, да? Там, смотри, что здесь. Сейчас посмотрим. Чуть ли не дождь какой-то идет. Да, сегодня у нас старый Новый год. Третий был 2 недели назад. Сегодня второй. А почему? А, ну да. Первый весной. Первый. Я что-то запутался с этими всеми летоисчислениями. Сначала был осень, потом следует сделать сегодня. Так. О, тоже по льду по какому-то идем. Хо-хоу. Вот интересно, подо мной есть вода или все, наверное, вымерзло? Ну да, по колено не провалился. О-о-о. Слушай, вот здесь точно есть вода. А я уже разогнался. Есть. Вот тут уже точно по колено ушуршишь. А? Оно все... Оно там все вымерло. Ладно. Постараюсь не провалиться. Мы же уже стоим, получается, что? На берегу реки или на воде все-таки? А разве не вот она? Мне кажется, она вот здесь идет. Где мы с тобой стоим. Вон, смотри, вода. Да что-то неохота прыгать. Так, пойду осторожно. Ха-ха-ха! Осторожно называется. В общем, как-то так. Ну да. Весной такой толстый. Интересно. Да нет, все равно интересно. Вот, идет. Не, ну нормально его тут наломало. Смотри, было отломало его здесь. Ну, кто ж знал-то. Так. Надеюсь, я не провалюсь. Так кажется. Не. Ну вот, как видите, мы тут ожидали как минимум айсберги, об который Титаник врезался. Нам сказали, тут все такое масштабное, глобальное. А это все масштабное, глобальное. Вот я на нем стою, на этом льде у берега. Может, даже подо мной вода, но я об этом не знаю. Потому что, судя по всему, ну-ка, видно. Вон Клязьма начинается, да, там. Тут типа поворот. А мне кажется, что вот здесь река-то ровно шла. Потому что вот она идет, как вот отсюда. Вот. И, наверное, мы стоим, под нами вода. Так что такие дела. Сколько тут от меня? Ну, метра 2,5-3 до воды-то. Так что... Айсберги не идут, титаники не тонут. Скоро поедем домой. Оно
уже все прошло, оно где-нибудь сейчас у Ковровского моста. Тут так, льдинки. Так что, наверное, приедем еще сюда весной. А то что тут? Мы думали, все равно зрелище будет поэффектнее. А тут даже нет маленького мамонтенка, который к своей маме плывет на льдинке. Но такой льдинец никуда не уплывешь. Провалишься нафиг на ней. Да вряд ли. Она сейчас, оно вон там идет, течение, оно сейчас пройдет мимо. Он если вон там, вон, видишь, там крутит. Не, но мне все-таки кажется. О, снова ворон. Не, тут оно заворачивает так, из-за этого они и обходят. Это слетело. Все, что это, наверное, сразу пошло. Как оно сдвигало. Оно, наверное, сюда все. Ну да. Но тут пока только так. Ага, шум такой воды прикольный. Не, их видишь, как уносит. Поздновато. Может, оно где-то вон там на повороте и врезается. Ну, видишь как. Да. Нечего делать. Хороший богователь. Пойдем мы смотреть с другого места. Вот теперь у нас проблема вылезти по этому льду. Эх ты, ё-моё. Ну видишь, вылезли спокойно. Без проблем. Да не, оно так и будет течением утягивать. Ничего тут у острова не произошло. То же самое. Все еле-еле тихонечко обплывает этот остров и ничего не врезается. Так что надо ждать весны или нормального льда. Если весна будет, это лет. Да, если действительно все, может, ну по крайней мере все мечтали раньше. Вот зимой слишком холодно. Вот, пожалуйста. Теперь всем не нравится. Теперь, ой, что это зимой слишком тепло. Так уж надо было определиться, либо тепло, либо холодно. Вот, хотели тепло, вот тепло. По этой стороне. Да не, с этой стороны пройдет, не врежется. Прямо туда идет. Ну, сейчас посмотрим. Тем краем вот этим. Не, это нам отсюда кажется, что зацепит. Не, зацепил, смотри. Да это да, это беспонтово. Так, что-то поскрябал чуть-чуть. И все. Так что вот видишь, как получается. И кто ее знает, что там на самом деле происходит. Вот поэтому
Я и не знаю, стоит куда ехать, не стоит. Мне, если честно, уже даже надоело угорать и на этих товарищей, кто макается в купель у этой, у церкви. Ну, блин, уже не смешно, каждый год одно и то же, потому что... Не, ну просто я знаю всех этих людей, да, половину. Они все были, кто пионер, активист, кто комсомолец, активист, кто коммунист. А теперь они тут ни с того ни с сего все в Бога поверили. Ну да, смотри, снег сырой уже. Да, 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 она так плавно это плывет. Ну да, вот он так и нарос потихонечку. И тишина. Был момент, ради которого мы приехали. Типичная мама нашего города, да? В одной руке сигарета, в другой коляска с ребенком. Не хватает еще только пивасика, колобахи двухлитровой.